Лангепасские дольщики наконец могут выдохнуть. Возобновилась работа на долгострое. Сроки сдачи жилого дома переносятся уже второй год. Вопрос стоит на контроле во многих инстанциях, в том числе у губернатора Югры. В настоящее время принимаются меры по завершению работ. В первом подъезде можно уже клеить обои. Строители заливают крышу третьего этажа. Представители администрации города заверяют, что у застройщика есть все необходимые ресурсы, чтобы завершить строительство в максимально сжатые сроки. Как ситуация сейчас сложилась, я не буду, говорит, комментировать. Скажу, что мы теперь просто имиджево обязаны выполнить этот дом, ну, по крайней мере, взяты на себя обязательства сроки.